приветствовать вас на нашем юбилейном конгрессе. В 2016 году я впервые узнала о холдинге Life is Good. И с первой же минуты мне понравилась идея и миссия компании – помогать людям, объединиться, чтобы жить. Я 3 ночи не спала, изучала компанию. Для меня важно было знать, кто же стоит у истока компании. Когда я узнала, что семья военных, это меня заинтересовало. И я сама военная. Работала начальником отдела, майор МЧС. И я понимаю, что в этом бизнесе у истока стоят надежные люди, люди чести. И сразу приняла решение строить бизнес именно в этой компании. Серьезный бизнес. Я сделала коллаж, карту желаний. У меня в прошлом было 2 раза опыт. Я делала коллаж, и у меня 100% исполнялись мои мечты, цели, желания. И в этот раз я тоже верила и действовала, чтобы это у меня исполнилось. И, конечно же, первый год, он был самый сложный. Люди не верили сказочным условиям. Люди говорили, это слишком, ну, не может быть такое. И, конечно же, мы шли вперед, не останавливались. Когда ты зарегистрировал команду хотя бы одного человека, у тебя уже ответственность. Ты не можешь дальше дать ходу. И нам еще помогало то, что еще второй момент мне очень заинтересовало, что у компании есть IB-академия, профессиональное обучение, где пошагово и дозированно дают обучение. Благодаря обучениям, благодаря систематическим обучениям нашего наставника, руководителя Балтиной Гульшат Максимовны, которая говорила, самое главное, личный пример, тотальная вера и любовь к компании. И только мероприятие, если ты будешь только посещать мероприятия, только тогда ты достигнешь этих вершин. Я это взяла за основу. И с того момента я ни один раз не пропустила мероприятие. Сейчас, в данный момент, у меня в команде директора. Этот был очень сложный, этот путь был очень сложный. 2 директора, Капарова Кюне, Жакупова Роза Эсбайна. Роза Эсбайне 74 года. Она обеспечила будущее не только своим детям, но и внукам открыла счета. Вы знаете, когда ты становишься директором, это ответственность. Это только с уровня директора начинается бизнес. График, составляется график на год, график семинаров, график обучения. И тебе уже нельзя подводить, и тебе надо выращивать, взращивать лидеров, обучать. И когда у меня 100% исполнилась карта желаний, я купила квартиру в столице Казахстана. Я купила машину, Lexus, салона. Я отправляю своих родителей в санатории. Я путешествую за счет компании. Я точно знаю, что многие из вас не случайно попали в этот бизнес. У кого-то знаковая встреча была, у кого-то закон притяжения сработало, у кого-то 6-е чувство. Но многие из вас, кто принял решение, непременно будут стоять на этой сцене. Когда я себе задала, за что мне этот бизнес благословенный, за какие же мои поступки? Я вспомнила слова Романа Викторовича. Один человек способен поменять всю вашу жизнь. Еще в студенческие годы я встретила человека, замечательного человека, Соколову Анну Николаевну. Она из России переехала жить в Казахстан. Она была одинокая. Когда она рассказала свою трогательную историю жизни,
которую без слез невозможно слушать. Она участник тыла. Она всю жизнь была донором и помогала людям. И мы тесно общались с ней, и она стала частью моей семьи. Спустя годы, когда она стала плохо видеть, я забрала ее жить к себе. Она со мной прожила 9 лет. И когда я выходила из дома, она всегда мне говорила: «Иди с Богом, доченька, иди с Богом». Ведь не зря же говорят: земля дает урожай, когда ты его поливаешь. Человек растет и процветает, когда его благодарят и благословляют. В прошлом году мне посчастливилось сидеть с родителями Романа Викторовича. На офицерском балу после моего выступления, когда я сказала, что я мама 5 детей, Виктор Иванович произнес: «Как хорошо, когда много детей. Мы с Ларисой Александровной всю жизнь служили, и у нас Рома один». Я сказала: «Как один? Посмотрите, насколько. Мы все ваши дети». Огромная благодарность, Виктор Иванович, Лариса Александровна, низкий поклон и огромная благодарность за то, что вы у нас есть, за то, что вы нам подарили Романа Викторовича. Роман Викторович, огромная благодарность вам за вашу идею, за ту возможность, которую вы даете нам. Огромная благодарность моему руководителю, моему наставнику, Балтиной Гульшат Максимовне. Это наш путеводитель. Это легенда сетевого бизнеса. Этот человек сильнейший мотиватор, конечно же. Огромная благодарность вам, моей команде, нам всем за то, что мы идею Романа Викторовича претворяем в жизнь. Дорогие новички, партнеры, которые впервые на нашем мероприятии, первое, держите четкую концентрацию на цели. Второе, тотальная вера, любовь и лояльность компании. Третье, действие. Только действие дает результат. Дорогие дамы и господа, я вам желаю работать сердцем, любить людей. Ведь сетевой бизнес – это бизнес отношений. Добрый путь, друзья! Куралай Афишева. Global Star Club. Возможности безграничны.